Группа, ныне известная как «Глаз народа», ранее имела совсем другое название – «Глаз короля». Это была самая известная цирковая труппа во всей Британии, да и чего уж греха таить по всей Европе. Кто бы вы думали, был дедушкой Чарли? Можете верить, можете нет, но это был знаменитый на весь мир Уильям Шекспир. Основанная им труппа напрямую спонсировалась с королем, так что вовсе не удивительно, что она называлась «Глаз короля». Однако все резко изменилось, когда старый король был свержен и обезглавлен, а пьесы были запрещены новым правительством. Актеры, не желающие проблем, были вынуждены уйти, и труппа распалась. Но на этом все не закончилось. История ростков, смиренно ждущих рассвета в непроглядной ночи, началась с правления молодого принца, подобного солнцу своими лучами, развеявшего бесправное прошлое и закостенелость своих предков. Воспоминания о свободе и счастье не были забыты за все эти годы. Так и труппа вернула своего короля, актеров, публику и сцену. Представление о борьбе между новым королем и тираном начинается вновь.